чувак, что ты тут делаешь? Я уже полчаса под дверью стою, звоню тебе. Ты вообще слышишь? Играю. А что за примочка? А это не примочка. Посмотри. А ну-ка, 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 ну-ка. Здравствуйте, дорогие зрители. Приветствуем вас на канале... Сегодня мы хотели рассказать о таком интересном приборе. Это вот, карта Align 6 Studio UX2. Скажи, а она умеет летать? Нет, летать она не умеет. Зато она умеет вот что. Как и все звуковые карты, она может записывать звук, но кроме того, Антон, но. В ней есть собственная гитарная примочка. То есть она крутая тем, что имея только гитару и эту карту, ты можешь валить крутой драйв. Но движок там есть? Какой движок? А! Скажи, а в каком формате она пишет? Full HD. Карточка умеет писать Wave, 24 бита, 48 кГц. На ней есть 6 входов, 4 выхода. Ничего себе! Да, фантомное питание, из них 2 XLR, вход для инструмента, вход PAD, это вход с уменьшенной чувствительностью, да. 2 просто линейных входа, разъемы для педалек, 2 выхода и 8 входов. Какие 8 входов? Выход для наушников, цифровой выход, и питается и соединяется с компьютером карточка через USB. Расхваливать можно бесконечно, понимаешь? Давно ли вы вместе? 2 года пользуюсь этой карточкой, очень милая штука. Я ее себе покупал, чтобы можно было записывать гитару очень тихо, не мешая соседям, воткнул наушники, и все пишется, все слышно. Кстати говоря, в этом смысле очень здорово реализовано. Звук, конечно, не идеальный. Сейчас, когда я перешел на лампу, это другое дело. Но в целом, вот для музыкантов, которые вот, хотят быть самодостаточными и не затариваться техникой, очень хорошее решение. И что? Покажешь, как она работает? Угу. Что? Угу, покажу. То есть это интерфейс программы, да? Это программный интерфейс этой карточки. Здесь происходят, ну, буквально все ее настройки. То есть перед собой мы сейчас видим пульт. В нем мы выбираем, собственно, работает она с одного или двух каналов. Вот, у нее можно канал инструмент. Тогда она пишет из передних входов гитары. Либо один из двух микрофонных, это с XLR-ов. Микстерио, оба микрофона сразу. 2 линейных входа по очереди, либо оба входа вместе. Вот сейчас... А тюнер есть? Тюнер есть, вот он. Па-па-па-пам! Почти ля бемоль. Неплохо. Также, кстати, стоит отметить, здесь интересная вещь. Вот, к примеру, ты слышишь искаженный звук гитары, когда играешь, а при этом запись идет либо звука целиком, либо... половины стека, то есть реверберация будет не учитываться, ты ее слышишь, а в записи ее нету, можно потом применить программно. Либо полностью чистый звук гитары, вообще без никакого искажения. И ты можешь приложить там любую примочку, типа гитаррига, и у тебя гитара будет звучать на нем. Ясно. Так, что здесь есть? Вот эта библиотека стилей. Здесь я не знаю, что. Вот, а здесь, собственно, самая важная часть, это вот эмуляторы комбиков. Да-да-да-да-да-да-да, они самые. Головы, кабинеты, здесь еще дисторшены из педальки, компрессора, эффекты. В общем, реверберация, все, что хочешь. Конечно, надо сказать, что при покупке карты они не все открыты, и, скажем, в браузере пресетов есть такие, в которых вот у тебя таких... Может, вот здесь мы выдали весь все. Почему? Ну, потому что нормально не пользуются, ты только и еще. Понятно. Просто для денег. О, вот хорошая... Вот эти примочки, они не активны, потому что они не куплены. То есть и сам пресет будет пока неполноценным. Надо открывать сайт и докупать. Но в целом того, что есть, вполне достаточно для нормальной работы. То есть звук мы можем настраивать либо по готовым пресетам производить.
Вот, выбираем какое-то, и он нам дал тут целую пачку всяческих эффектов. Либо можем отключить любой из них, или добавить собственный, вот он встал где надо. Если надо, можем правой кнопкой удалить. То есть вот так мы получаем звук. Выбираем преамп, вот я хочу, к примеру, вот такой красивый. И вот он становится на свое место и влияет на характер звука. Эта карточка хороша для домашней студии гитариста, который хочет записывать себя сам. Если вам понравился наш обзор, ставьте пальцы вверх. И подписывайтесь на наш канал.